Всем привет, меня зовут Максим Сафронов. Сегодня я вам рассказываю о том, как устроена школа в Уотсу. Небольшая школа в маленьком самском селе Финляндии. Добро пожаловать! Школа построена в 1969 году и полностью отремонтирована в 2007 году. Сейчас мы идем внутрь школы, я вам покажу, как все работает. Готов ответить на любые вопросы в комментариях, если я что-то пропущу. В школе дети ходят в носках. Все в этом беспорядочном формате оставляют здесь. Раздевалка выглядит вот так. Заходим сюда. Здесь на столах выкладывают еду. На центральной стене мы видим имена тех людей, которые погибли во время войны. Здесь имена тех людей, которые были эвакуированы во время войны в район Оулу, потому что здесь были очень большие военные действия. Действующий президент Финляндии. Присутствуют иконы. В этом классе тоже занимаются. Здесь же и библиотека, и здесь же и столовая. То есть здесь дети едят. Как вы видите, здесь на столе все по-простому. Картошка, котлеты, салатик. Каждый берет столько, сколько хочет. То есть не порционно. Если на столе заканчивается, то из кухни приносит повар еще. В этой школе есть два польских студента, и именно для них выписывается меню на польском языке. Вот эти две надписи снизу – это польский язык. Сейчас мы находимся на кухне, и это часть кухни, на которой дети по домоводству проходят обучение. То есть они могут делать всякие торты, или еще что-нибудь, я не знаю. Вот, а это часть кухни, на которой готовится еда для школьников, потом для детского сада и для пенсионеров, тех, которые живут в Уотсу и не могут сами себе приготовить еду. Как в обычной школе, мы сейчас находимся в учительской. Планшетов тут куча. Ноутбуки здесь для того, чтобы проходили уроки. И часть уроков проходит дистанционно, поэтому это очень удобно. В этом ящике заряжаются ноутбуки тоже для учеников. И в Финляндии сейчас принято решение о том, чтобы часть обучения обязательно проходила на компьютерах и ноутбуках для того, чтобы дети приучались к использованию техники в прикладном понимании. Сейчас я присутствую на собрании по поводу того, что в школе есть два ученика, иностранца, вот, из Саданкюля приезжает специальный учитель, который обучает учителей для того, чтобы
как более правильно найти язык понимания с иностранным учеником. В этом классе проводится урок химии, урок физики. Так. И одновременно это урок труда в этой же аудитории. То есть, как мы видим, многие вещи совмещены. Кабинеты, но это не мешает образовательному процессу. Везде чисто. Все убрано. Отлично. Здесь находится еда школы. То есть часть еды привозится здесь, замораживается. Вот. А так вообще это раздевалка. Вот этой машиной моется вся школа, я правильно понимаю. В этом классе обучают детей самскому языку. И из 21 ученика этой школы 5 учеников решили полностью посвятить себя самскому языку, образованию на самском языке. Поэтому здесь весь материал и все, что мы здесь видим. Для них всего 2 парты. Вот, но в принципе есть все необходимое. Это единственный ученик 9 класса. Мы присутствуем прямо на живом уроке. В школе идеальная чистота, и поэтому школьники, так же как и я, ходят в носках по школе. Картинки здесь разные. Школе Вотсо исполнилось 70 лет, и вот эти старые математические таблицы сделаны в память об этом событии. Сейчас мы идем в спортивный зал. Сначала эта школа была без спортивного зала, и затем этот спортивный зал был построен на государственные деньги, полученные от продажи лотерейных билетов. В летнее время на перемене можно выйти и попинать мячик. Штанга. Не попал. Здесь есть небольшое футбольное поле. Качели. Вот эта площадка конкретно сделана для того, чтобы те дети, которые учатся в начальной школе, они могли выйти и покачаться на качелях или полазить по вот такой штуке.
Ну а зимой, когда льют лед в коробке, то детям будет здесь чем заняться. Вообще, у меня сложилось впечатление, что эта школа в достаточно хорошем состоянии. Будем надеяться на то, что учеников в школе будет больше, и эту школу никогда не закроют. Висит финский флаг. Вот так выглядит школа в Уотсон. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем удачи, пока!